Аграриям Южного Казахстана разъяснили преимущества поправок в земельный кодекс. С 1 июля казахстанцы смогут покупать неиспользуемые земельные участки на аукционе, чтобы уже рационально и эффективно распоряжаться ими. Прокуроры отметили, что контроль обязательно будет вестись. По назначению должен быть использован каждый метр земли. Ранее таких возможностей не было. Также на совещании сельчанам рассказали о льготах и упрощенных процедурах выкупа. Мы разъясняем о том, что какие преимущества для граждан Республики Казахстан, которые занимаются именно сельскохозяйственным производством. К примеру, если человек, даже будучи на аукционе, выкупает, но по каким-то объективным причинам не может сразу расплатиться, что у него есть возможность оплатить только 50% определенной стоимости, а остальную стоимость земельного участка выплатить в течение 10 лет. У агрария Манжола Дарменова сейчас в распоряжении 1,5 гектара. Он взял их в аренду 15 лет назад. Сеял софлор, клевер, теперь пшеницу. Фермер не скрывает, что всегда хотел стать собственником земли, чтобы дети и внуки продолжили его дело. Я смогу эту землю оставить своим детям и внукам. Она их накормит. Главное — с любовью относиться. Уверен, купим участок и без присмотра не оставим. Это очень важно. Земля не должна простаивать.